Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин, и мы продолжаем знакомиться с точкой F2 Синьцзянь. Сегодня наше видео слезы. Вот часто человек плачет. И либо такой сентиментальный становится, у него появляются слезы. Помните, если человек злоупотребляет слезами, часто плачет, часто впадает в панику, в которой начинается что? Слезоизвержение у человека. То вы рискуете погубить свою печень. Чтобы этого с вами не происходило, пожалуйста, поменьше плачьте. Потому что слезы истощают меридиан и орган печени. Причем здесь точка F2, вы скажете. Она поможет вам с этим синдромом бороться. При условии, если вы будете работать с этой точкой. Так что поменьше плачьте и знайте, что ваши слезы могут породить множество заболеваний, связанных с дисфункцией вашего меридиана печени. Спасибо за внимание. С вами был доктор Константин.